на библейский портал «Экзегет» поступил следующий вопрос. Как научиться сдерживать гнев? Вопрос, конечно, актуальный, потому что кто из нас не гневался, кто не раздражался, кто не выходил из себя? К сожалению, каждый человек подвержен этой страсти в большей или меньшей степени. Но начну с того, что гнев, как и другая любая страсть, изначально был неким свойством души, которое Господь вложил каждому человеку. Это свойство было полезным и может быть полезным. В чем же польза? Что такое праведный гнев? Но дело в том, что гнев – это некая душевная сила, с которой мы с вами должны встречать вражеские козни. Плохие мысли, плохие чувства, побуждение ко греху, расположение к той или иной страсти. Если мы будем пассивно относиться к тому, что происходит в нашей духовной жизни, то у нас не будет никакой духовной жизни. А если мы будем с усилием отвергать все нечистое, плохое, дурное, что может приходить в нашей душе, тогда мы обязательно победим, потому что и Господь поможет, и нам удастся не открыть свою душу навстречу зла. И вот как справиться с гневом? Мы, собственно, с этого начали, и как будто вы ушли в сторону. Но дело в том, что борьба со страстями заключается в том, что мы должны страсти, которые в нас кипят, превратить в ту самую силу души, как они были задуманы Господом. И постараться вспомнить, когда мы начинаем гневаться, на кого мы должны гневаться? На врага рода человеческого. Ни в коем случае не на человека. Если мы гневаемся на человека, то никогда наш гнев не будет праведным. Если мы гневаемся на зло, которое мы чувствуем, мешает нам любить Бога, любить людей, побуждает нас какой-то страсти, тогда этот гнев будет некой силой, которая будет помогать нам сопротивляться вражеским козням. Но вспомним, как говорит апостол. Апостол Павел говорит, что гневаясь не согрешайте. Речь идет именно об этом. Но еще он дает совет. Солнце да не зайдет в гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Хорошо иметь такую добрую традицию со всеми примиряться в течение дня, не дожидаясь, когда заходит солнце и когда заканчивается день. Тогда мы с вами научимся владеть собой. Тогда наше, может быть, дурное расположение души может стать добрым. Тогда наша раздражительность превратится в мир, в спокойствие. Тогда наш гнев превратится в ревность по Бозе. И мы сохраним себе от многих искушений.